Так, значит, мы находимся возле цветочного ларечка, и что происходит? Ты взял розочку, да? Да. Наташи? Да. Все, замечательно. А куда мы направляемся? И домой. А куда мы должны ехать? Денису. Что делать Денису? Денис? Разгружает фуру. Ну, как работяга. А ты... Мы умом думаем, а он работает руками. А ты берешь розочку занести Наташе, да? Да. Все, замечательно. Вообще не поверить.